что же тогда делать, ну, допустим, в частности, мне? Как жить в такой ситуации, где нету никаких гарантий, где все под контролем спецслужб, где право совершенно не соблюдается, конституция красивая синенькая книжка? Что делать? Ну как же право не соблюдается? Легалистически все механизмы работают. И мы абсолютно как в Третьем Рейхе, каждый или там в 30-х годах прошлого столетия в СССР, все приговоры же формально проходят. Формально. Все легалистические процедуры. Поэтому сказать, что право не работает, нельзя. Мы можем сказать, что право работает легалистически, формально. Что делать в этой ситуации? Я вообще, наверное, не мастер советов о том, что делать. Я как-то работаю с результатом. Я, наверное, больше как патологоанатом. То есть я все знаю, все понимаю, но мне всегда поздно что-то делать. Я уже препарирую, смотрю, восстанавливаю причину смерти. Слава богу, что в результате моего вскрытия никто не помер. Отвечая на ваш вопрос, фильтровать базар. Вот просто фильтровать. В том же самом интернете. Быть очень аккуратной ко всем новым людям, которые будут появляться в вашем окружении. То есть надо стать абсолютно параноидальным? Даже к молодым людям или к девушкам, смотря того, кого вы предпочитаете, я имею в виду даже вот про интимные отношения, надо ко всему, к этому быть очень и очень внимательным, аккуратным с этой точки зрения тоже. Потому что это сейчас опасно для людей, для всех людей, которые занимаются каким-то гражданским активизмом, и при этом занимаются на достаточно системной основе, собираются и обсуждают что-то. Ограничьтесь тем кругом людей, которые у вас есть. Это уж если я советовать как, так скажем, оперативно. Будьте крайне внимательны к тому, что вы говорите, к тому, что вы пишете, к тому, с кем вы общаетесь. Старайтесь забывать почаще про мобильный телефон, оставлять его где-нибудь там в соседних комнатах. Гуляйте в парках, общайтесь в парках. Берегите себя. Просто берегите себя именно в высказывании. Потому что вы смотрите, во что трансформирует высказывание. Именно высказывание. Сколько людей сидит именно за слова, именно за высказывание, за мысли преступления, за то, что говорил странно или мыслил странно. Вот я, наверное, на этом ограничусь. Потому что каких-то практических магических пассов, либо таблеток освободин, либо кнопок, на которые можно нажать, и все вдруг изменится, и исчезнет все, и придет прекрасная Россия будущего. Нет, абсолютно. Будет только жестче, только хуже. Машина, которая создана, имеет только скорости вперед, только передний ход, и скорости эти будут только увеличиваться, потому что она огромная, и она требует результата. И результат в следующем году должен быть лучше, чем был в этом. Вы посмотрите на январь 2021 года и вспомните лето 2019 года. И лето 2019 года уже кажется таким детскими играми. Детскими играми. Насколько стали ближе, насколько стали проникновеннее работать. Проникновение имеется в виду не душевнее, а вот именно в прямом смысле проникновение к людям. То есть к людям приходят задолго до, либо там задерживают до того, как что-то происходит. Научились работать с правозащитными организациями. Я думаю, что под большим ударом находится ОВД-инфо, потому что это сейчас одна из самых эффективных структур. Одна из самых эффективных структур в стране с точки зрения правозащиты. И вот она создана очень быстро, она менеджерски очень, очень хорошо и качественно создана, имеет безусловную категорическую поддержку всех правозащитных организаций в стране и у юристов в стране. Ситуация будет усложняться, поэтому надо быть готовыми. Ну, еще раз, лечите зубы, готовьте доверенности, заключайте соглашение с адвокатами. Чтобы пойти в тюрьму со здоровыми зубами и под надежной защитой адвоката. А
И, кстати, я думаю, что само словосочетание «прекрасная Россия будущего», мне кажется, будет запрещено в ближайшее время. Это очень экстремистское высказывание. Такой советский научно-фантастический лозунг «прекрасная Россия будущего». Ну что ж, на этой оптимистической ноте мы закончим эту серию, видимо, наших советов от мудрейшего, великого и ужасного Федярова тем, кто хочет пытаться, например, отстаивать свое право на мирные собрания, в частности, на мирные собрания и шествия. Спасибо большое. Спасибо. За вам спасибо. На реализм. Ты поняла? Да, к сожалению. Хорошо, спасибо.